Алло, господа, предлагаю на одну КВ. Короче, одни те, кто с по УАЗику не ехали, перейдите на КВ. Эти, американцы. Понятно? Сто семь. Трассирующий только. Ночью красиво, очень базар, да? Ну, это кто будет? Я не понял. Не, впереди, ты. Гонза. Никсон, ты знаешь кого? А я танкист, что ли? Да что ты спиришься, не видишь? Там по правую сторону будет холмик за дорогой. На нем, скорее всего, куда-нибудь будет тюлень бежать. Паша, чем мы атакуем? Че? А чё? Спрашивают, кто такой. А, они уже подошли? Мы-то подошли. Понятно. Кто это? Откуда? Мы где вообще? Паша же. Да живой, я под стрелкой. А это случайно выстрел был или не у нас? Ну блин, абрикосовский этот пулемет. Случайно, нет? Ты в мою сторону. В какую сторону воевать? Почему вы сидите на одном КВ? Объясните мне, вы походу в другой стороне, а здание? 60, они с нами поехали уже. Сейчас в этих вопросах мы запутаемся, куда воевать, кто где. Ранен, кстати, Паша. Паша, это я. Лечусь. Паша, ты где находишься? Откуда ты тебя стреляли, Гонза? Где-то 40-50 озил. Мне показалось, что это 100 или 120. Нет, куда у вас будет? От нее где-то на 120, на 130 во время машины. Пулемет у меня кусок. 240 рублей еще дотекают. Сейчас попробую выглянуть, посмотрим. Понятно. Вырос. Понятно. Тупая анимация. Очень больно. Прям в лицо. Чё за черт? В лицо не было. Короче. Пришел Вера с тупом. Блюдок. Походу.
Ну это в анимации перезарядка. А, да, 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 тебе. Мне было. Я сидел в той машине. Еще будут игры? Ну, пока не хорошо. Нет. Да все, наверное. Меня Darkness затем килил. Смотрите, как они тут дороги растянулись на север. Раз, раз, мне слышно. А, Верас, ты все, что ли? А, нет. Да, слышно. Он просто слинял. А, он обходит. Триггер убьет. Да, он вроде отталкивает. У него он триггер, кстати, зашел за зону. Зачем ему труба? Че после этой мисяги будет? Все. Все, что народ включит. До следующего. Да. Не, ну может кто-то останется. Ну да, конечно. А это был не я. А спидера нет, поэтому, наверное, никто ничего не показал. Неужели никто не назад не хочет посмотреть? Там целый пулеметчик бегает у них потом. Да я только по ботинкам определил в последний момент, что это враги. Ну да. Что, не видит, что ли, ползает? Да, наверное. О, увидел. О! Кого? Чего еще убил? А, ну это что? Короче, горз, залип не свой панов. Залип кто-то. Чего? А вы? Когда умираешь, что-то залипаешь сам. Как бы это не моя вина. Просто сильно влепил. Че вы там все слились-то, алё? А ты че слился, какого? А ты че, да, лох? Сами лохи. Стой, я вот на руку подтвердывать. Нет, у всех. Нет, только у вас, да. Пацаны видят, что впереди люди умирают, все равно идут такие. Им нормально. Да все, конец уже. Попасть. Нет. Верс всегда по сторонам смотрит. Ну, от нас горело. Это просто стрелял. Молодец. У него еще одно есть. Сейчас еще одно что-то. Он ничего не видит, ну. Ой, расчет. Давай, 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 давай. Нет. Ну прусь, ё-моё. Прусь. Вера столько что смотрел на врага в полный рост и не увидел. Ну. Зачем? Какой-то слепой он. Краб забудется. 50 метрах враг, о, увидел все. Ой, если он еще стреляет, то... Вы убили? Нет, пулеметчик вражеский. Верус. Ось. Там уже
так уже наши бессмысленно стало. А что там их пулеметчик, это кто осмыслил? И он же живой? Живу. Верс. РНД верс. РНД что ж. А, он лодку меня смыслил. А, Спитер пишет в чатике, съезжу-ка я в втором пункте, чтобы в армию не... Завтра, похватился? Да. Он такой, он может там прыгнуть с какого-нибудь этажа. И, типа, ну, не умереть, конечно, а так отпрыгнуть и, типа, с ногой там проблема. А мод на лапу дать кому-нибудь, да и все, там из приемной комиссии. Как в анекдоте. Так форок кто-то убил. Я думаю, сейчас такое не прокатит. У меня свой убил. Руксар. Еще и штурмовый там. Прайс не видишь, что? У меня перед лицом прям подожди. Там вообще вроде все своих убили. Даже не убивает. Роксар еще бегает, орёт всех. Че кто нарал? Он стрелял, типа. О, сейчас. Он думает, что мы противник. Все туда стреляет. Весело. На 40 вообще огнем хорошо по. А кто возле машины лежал? Я перебежал дорогу, лег у машины, поставил на себя метку и получил от своих пулю. Нормально. Это я тебя отстрелил, честно. Я потом, я к тебе потом побежал и меня убили. Да нифига, в него человека 3 стрелял, я тоже. Ну, я все свои. В голову стрелял его. Слушай, Паш. А тут сейчас разборка с Вествудом будет, 50 стронгсов. Он не вы скинете админские права лично по этому? А то он не подчинился моему приказу, меня ранил при этом. Я его расстрелял, он зашел за бота, Да. И сейчас будет с ним разборка, так что можешь, пожалуйста? А смысл ты его расстрелял? Прайс, слева, прайс! Потому что он меня... Ты сделай, сделай заявку, напиши всю ситуацию, создай темку в нехороших людях в разделе. Да, ребят, оно вам надо, господи. Не, мне надо, пишу. Так что он начал выпендриваться, типа ему на все пофиг. Нет, ну, да, у него сзади, у прайса сзади, по тылам. Потому что у него какие-то права там, или что, типа это. Он глухой, что ли? Вообще, ты это не слышно? Я не слышал. Вот, в армии 3 очень хорошо слышат шаги. Вот я слышу. Во второй что вообще нет. Ладно, народ, все, всем пока. А там в зависимости от качества звуков, там сэмплов больше поставить. Как грузовики-то сожгли, когда успели? РПГшечкой. Прайсуха. У меня 64 наша опять же. Должно нормально быть, в принципе. Вот такое ощущение, будто бы у нас тут вообще просто половина сдохла от дружественного огня. Да как-то вообще странно пошел. Ну нет, конечно. Ой, просто противника никто вообще не видел, а стрельба со всех сторон шла. Отталкивающий триггер. Нет, ну он тебя оттолкнул как бы на метров 20. Оттолкнул, и он упал, он с неба прилетел. Что? Подожди, откуда махнул? Взялся. Вырос. Он зашел. Вырос. А что делать? Слышишь, ПЗ, а как это регистрироваться на сайте? Там же есть туда. Регистрация. Нету. А, все, вижу. Краб у меня вообще без звука стрелял. Какие-то воговские читы. ПБО саунд. О, прайс, что это? О, прайс. Сейчас, может, затащим. Ой-ой-ой, хорош. А еще одна, да, он. Там есть. Пацаны сами подарили РПГшки.
Раскидали небрежно. Раздавник, давай потом еще разберемся. Значит, лаунчера. Они расстреляны, те ПГшки. Я просто на ночью третий надо. Ну да, он сейчас прайс расстреливает. Ой-ой-ой. Победа. Все, идет уже. Не надо было так подпустить. Ой, фиг, сейчас выстрелит. В бан отправится. А смотри, а это к нему заходит в тыл выраст. Аккуратно, так что вот видишь, уже выцелил. Объясните, пожалуйста. Чем ты командира не слушал? Ранил его? Ты расстрелял, ты перезаходил? Чего? Ну там кто парень какой-то говорил. Рюксар меня расстрелял. Хуй знает. Пройс хорош. Хорош. Минус 4. Хорош, пройс.